Всем большой привет! Меня зовут Наталина, я визажист и бьюти-блогер, и я визажист выставки Интершарм. И сейчас я вам немножечко расскажу, о чем я думала, когда создавала этот макияж. Вообще тренд на экологичность, на природность, он достаточно давно вошел в моду, и сейчас он актуален просто как никогда. В этот раз мы думали об именно земле, о нашей, о какой-то траве, пшенице. Поэтому у нас в образе использованы вот такие вот изумрудные травянистые оттенки, и вообще все оттенки, которые связаны именно с природой, потому что с драгоценными металлами, золотом мы тоже немножечко поиграли в этом макияже. В общем, макияж у нас получился очень такой позитивный, яркий, потому что мы были очень долго во всей этой пандемии, и вот благодаря этому позитиву, который я хотела передать этим образом, мы наконец-то выходим из этого состояния навстречу всему свежему, новому, прекрасному. И хочу сказать огромное спасибо моей команде Евгении и Наде, потому что мы работали как команда, придумывали и создавали этот образ. Потому что командная работа очень важна. Здравствуйте, я Дмитрий Винокуров. Для данного образа в нашем проекте я использовал очень естественные натуральные локоны. Волосы у нас естественные, как дуновение ветра, шикарные локоны. Цвет волос натуральный.